Песня будет называться «Сосенова песня». Я ее ни разу не пел, вообще мы вместе не пели. Но она будет в новом альбоме обязательно. Называется «Left Behind». Я даже тем, кто вдруг не знает, о чем она по-английски, я расскажу. Песня о том, что все мы, ну, как бы это определенной возрастной категории, да, здесь люди, находящиеся плюс-минус, когда-то во что-то верили, кого-то любили, чего-то ждали, чем-то жили. Потом время поменялось, кто-то уехал, кто-то остался, кто-то поменял профессию, кто-то поменял семью. Много чего изменилось, и вот все то, во что мы верили, мы, условно говоря, да, во что мы верили, оно куда-то делось, оно приобрело совершенно другие очертания, с ним случились, с этим, тем самым, что мы верили, некие метаморфозы, которые не всегда были хорошими. Вот. И те идеалы, которые мы оставили там за собой, они там живут без нас. Мы живем как бы отдельно, но в этой песне я спрашиваю человека, который начал новую жизнь, то, что у него было, он оставил там далеко позади. Все, он остался. Left behind. Она веселая такая, на самом деле. Слова так очень грустные.
Куда Игорь живет, Саня?